Молодые мамы Чувашии теперь могут не беспокоиться о трудоустройстве после декретного отпуска. Госслужба занятости населения организовала бесплатное профессиональное обучение женщин. Новой возможностью воспользовались уже свыше 300 человек. Получать новую профессию могут молодые мамы, которые воспитывают детей до 3 лет. Таковы условия государственной программы содействия занятости населения. Наиболее популярные специальности – продавец, кассир и парикмахер. А выбрать можно из 23 профессий. Обучение могут пройти женщины как с образованием, так и без него. Профессиональное обучение включает не только переподготовку, она включает и подготовку. Если у женщины не было профессии, ей дадут профессию, это подготовка. Переподготовка, если она хочет сменить род деятельности, а также повышение квалификации по имеющейся профессии. Практически все женщины, нуждающиеся в обучении, у нас могут быть направлены. Так что, я думаю, все женщины, которые изъявили желание проучиться, они пойдут учиться. Если женщина, находясь в декретном отпуске, числится работником какой-либо организации, профессиональная подготовка согласовывается с ее работодателем. Безработной матери самой нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. При затруднении в выборе профессии молодой маме может быть оказана помощь в профессиональной ориентации. При хорошей успеваемости ежемесячно выплачивается стипендия. Новая программа будет действовать до 2015 года. Екатерина Харитонова, Республика.